Всем привет! Приветствую вас на моем канале. Сегодня я приготовлю быстрый студенческий салат. Для салата нам понадобятся картофельные такие вот чипсы с соломкой, кукуруза, огурчик и крабовые палочки с майонезом. Огурчик режем вот такой вот небольшой соломочкой. Нарезаем палочки. Добавляем крабовые палочки к нашим огурцам. Сюда же мы добавим кукурузу консервированную, картофельные чипсы или сухарики. Добавляем майонез либо сметану. Мне нравится больше майонез. Все тщательно перемешаем, и наш студенческий салат готов. Раскиснуть он у нас не успевает, потому что мы его быстренько съедаем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем приятного аппетита. Пока-пока.